Я не знал Итана Картера, зато он знал меня. Когда полиция не может помочь вам, а священники не верят, вы обращаетесь к Полу Просперо, вы обращаетесь ко мне. Если вы ребенок, то вы пишете. Этого достаточно. Письмо Итана начиналось так же, как и любое другое письмо от поклонников, но почти сразу он упомянул о вещах, которые маленьким мальчикам знать не положено. Существуют места, которые видят лишь немногие. Итан смог нарисовать карту. Я еще не вошел в долину Красного ручья, но уже чувствовал, как мрак этого места обступает меня. Найти Итана Картера теперь будет сложнее, чем найти иголку в стоге сена, ведь я прибыл слишком поздно. Чтобы найти Итана, я должен был понять, что это место пытается скрыть от меня. Да, давайте попробуем найти Итана. Всем приятного просмотра, заварите чаек и давайте разбираться, куда пропал Итан и что тут вообще в принципе происходит. Так, перед началом тут написали, что игра не ведет нас с вами по сюжету за ручку. Ну то есть мы сможем ходить исследовать все, что мы захотим. Надеюсь, игрушка будет интересная, и мы сможем полностью с вами ее пройти до конца. Потому что редко попадаются такие проекты, которые хочется проходить конкретно с начала и до конца. Тихое и обычное место. Но в своей жизни я усвоил одну вещь. Тихих и обычных мест просто-напросто не бывает. Итан предупредил меня об этом, сказал, чтобы я не обманывался тем, что вижу. Ему не стоило волноваться. Я работал над десятками дел, сотнями, и это дело будет последним. Я уже знал об этом. Блин, красиво все-таки, да? Реально, где-то тут бы себе домик бы построить и жить спокойно. Ловить рыбку и наслаждаться жизнью. Я впереди что-то вижу. Тут же бежать можно? О, да. Идемте сбегаем, посмотрим. А что у нас по поводу кнопок? Давайте сейчас проверим. Таб. Правая кнопка мыши. Ага, правая кнопка мыши. Приближать. На пробел прыгать нельзя. Shift бежать. На Ctrl приседать. Хорошо. Для начала, я думаю, нам этого хватит с вами. Так, осмотреть. Осмотреть, наверное, левой кнопкой, да? Кровь, животное, человек. Несчастный случай, убийство. Так, недавняя царапина. Рукоятка. Ну? И что мне сделать? Как ее осмотреть? Это мне нужно как-то у... Ага, во-во-во-во. Удерживайте. Так, рукоятка у нас находится где-то внизу. Интересно, нужно ли будет туда спуститься? Так, рукоятка. Рукоятка где-то... Реально, где-то там находится. Ладно. Сейчас мы туда сходим, забраться. Так, вперед W, S назад. Ну, это все не работает. Ладно, надеюсь, мы сейчас с вами найдем рукоятку и сможем уехать отсюда, да? Или в чем замысел этой игры? Так, идемте смотреть. Налево тупик. Давайте, наверное, по железной дороге пойдем. Будем разбираться. Мне вот эта штука понравилась, когда зажал и показалось. Так, узлы. Развязан. Привязан. Нет крови. Веревка. Ее не нужно тоже там... Зажимать, походу, нет. О, варенье кто-то разлил. Бонжур. Так, части трупа. Кровавый след. Жертва.
оттащили, отполз, отрубленные ноги. Как там? Одна нога здесь, другая там, да? Так, осмотреть, хорошо. Кровь из ног, откуда кровь? Откуда кровь? Перелом костей, черепа. Причина смерти, кровопотеря. Так, коснуться и удерживать. Угу. А дальше нам не хочет оно раскрывать. Рана. Место смерти. Помните, возле воды мы где-то с вами видели рукоятку. Давайте попробуем спуститься. Найти. Возможно, она нам поможет. Я помню, что она где-то здесь возле воды была. Ну, заодно и искупаемся. Погодка как раз позволяет. Вон, по-моему, рукоятка лежит, да? Так, давай смотреть, осмотреть. Так, вращать, приблизить. Ой, а я куда ее? Инвентарь, можно мне... А как мне забрать рукоятку? 1, 2, 3. Не, никак. Ладно, давайте вернемся к трупу. Так, игра. А куда мне нажимать? Чтобы открыть инвентарь, можно и M, W, B. Нет. Ладно. В следующий раз нужно будет осторожнее это все делать, чтобы оно не исчезло в инвентарь. Так, коснуться. Все равно, да, рано. Давайте, наверное, мы сбегаем назад, попробуем. Может, мы сможем рукоятку с вами вставить на место. И это нам что-то даст. Честно, без понятия, не играл в эту игру, не смотрел даже каких-то там быстрых прохождений, так что. Так, вращать рукоятку. А, нужно зажать. Отлично, забраться. Так что иногда я, наверное, не буду знать, что и делать здесь. Ага, завести. Понял. Сейчас, ребят, еще раз заведем. Просто не знаю, вперед мне ли ехать, либо назад. И нужно ли нам вообще это с вами делать. Так, поехали, забраться. Давай, ту-ту. Едем. И что это нам даст с вами? Так, давайте спрыгнем и посмотрим. Может, тут какие-то следы остались? Как думаете? Ну, я лично ничего не вижу. Ладно, ну давайте назад попробуем отъехать. Хотя, по идее, нам пешком нужно это все исследовать. Ну ладно. Давайте попробуем на транспорте, раз мы уже начали. Все, давай назад. Едем с вами назад. Блин, ну все-таки атмосферно. Реально атмосферненько. Блин, ну там же место преступления, как бы, и... А ничего, что мы... Сейчас будем по следам ехать. Там как бы ножки лежат. Говорится, я таки извиняюсь, а нам можно это делать? Мы точно, как говорится, следователи Шерлока Холмса, или не? Так, ну тут тупик. Тут тупик. Ладно, это что он тут у нас?
Это спуск, да, к воде, где мы с вами забрали рукоятку. Коснуться оно. Во, вроде... Вроде пошло, вроде рано. Я хочу узнать, где у нас находится инвентарь наш. Ну ладно. Пошлите тогда дальше. Надеюсь, что на это первое задание наш сюжет не повлияет. Потому что, мне кажется, я что-то упускаю. А что конкретно я упускаю? Ага. Началась громкая музыка, значит, правильно мы идем. О, ты кто? Хорошо. А что это за марсианин? Мужчина, дон лезали в библиотеке. А, ясненько. Ну ладно, давай побегаем. А что это за прикол такой? Причем тут космонавты до... Ну ладно. Давайте бегать. Я думаю, наверное, нас приведет сейчас куда-то. Слышь, марсианин, а куда мы вообще бежим с тобой? И почему ты дальше не начал выращивать картошку в своем спасательном модуле? Там, где ты спал. Ты ж мог бы там спокойно выращивать себе картоху? Не? Не будешь отвечать? Пришельцы? Ладно, побежали. Надеюсь, нас не похитят. Бонжур. Да, ребят, нас похитили, все. Летим на Мельмак. Ля, как красиво. Это концовка альфа, да? Мы все-таки улетаем на Мельмак с вами. Или мы путешествуем с вами во времени? Блин, столько ответов. Че, это столько вопросов? И ни одного ответа. Ну да, судя по всему, мы, наверное, путешествуем с вами сквозь пространство и время. Тут где-то, наверное, вселенная Марвел, да, есть? Ага. Шикарно. И что нам делать? Как нам взаимодействовать с этим всем? Так, наверху что-то есть? Не, нету. Не поверите, я тыркаю все кнопочки. О. Кроме этой. Приблизить текст. Так, клыки. Были у зверя клыки. Но сам он неуклюж и медлителен. Мгновение спустя свечение вновь вернулось, на сей раз между двумя деревьями. Спасибо. Катись из моей комнаты, Трэвис! Истории постоянно они. Вали! Я прочитал клыки. Мне понравился зверь. Хотя бы ему удалось сбежать из этого проклятого места. Так, прочитать. Угу, текст. Клыки. Но были у зверя клыки. Приблизить. Вращать. Читать. Продолжить. И что это было? Так, таинственная история. Хит американской фантастики. Январь 64 года. В этом выпуске «Желтые холмы Марса».
Надеюсь, вы снизу не просчитали подпись. Так что осуждаю. Так, ладно, идемте. Идемте. Нам налево, либо направо. Давайте, наверное, сюда. Ну да. Я не знаю, в чем проблема разработчиков добавить на пробел прыжки. Вот без прыжков вообще что-то себя некомфортно чувствую. А может все-таки взять вагон и поехать, как думаете? Хотя я ж могу, наверное, упустить же кучу деталей, да? Может еще кого-то тут располовинило? Не, ну начало интересное, я не спорю, да, начало, конечно, интересное. Так. Ага, а здесь просто обычные вагоны. И все завалено. Ладно, возвращаемся назад. Просто мне сразу интересно, что это за космонавт был такой? Куда нас отправил? Чертоги разума? И как нас сюда телепортировало? Ну, я вижу, здесь налево мы можем пойти, да? Правильно я понимаю? Ну да, можем налево пойти. И можем направо. Давай сюда сходим. Посмотрим, что нас тут ждет. А ничего интересного, кроме домика. Так, можно ли тебя исследовать? Можно ли в тебя войти? Поездов здесь не было очень давно. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Огромные куски страны были брошены, обреченные стать худшими версиями самих себя. Именно в такой гнили и зарождаются темные силы. Согласен, подписываюсь под каждым твоим словом. Ладно, побежали. Ну, насколько я понял, нам этот маленький мальчик, наверное, прислал письмо, да? И потом он исчез, и нам нужно будет понять, что с ним случилось. Так, мы можем пойти прямо, а можем пойти направо. Пойти в лес, либо пойти к зданиям. Ребята, такие, кажется, извиняюсь, но мой выбор очевиден. Пойдем с вами к зданиям. Как раз полюбуемся пейзажами. Блин, хочу жить в таком домике. Не, вот в таком на горе. Потому что если здесь снизу, то может затопить. И самим себе. Виной этому становятся обстоятельства. Эгоизм, безумие. Короче говоря, есть чувства и эмоции, которые можно контролировать. Но есть и те, что контролировать нельзя. Как-то мой персонаж начинает говорить в то время, когда я начинаю развивать свою мысль. Непорядок, непорядок. Хотя тоже, одно землетрясение, и все, этот дом уйдет вниз. А тот может затопить, если дамбу вот эту вот прорвет, которая там находится. Но сюда, наверное, мы подняться не сможем, да, с вами? Или сможем, давай смотреть. А не, можем. Может, где-то номер телефона есть владельца. Да, мы с вами его купим. Так. Бонжур. Угу, прочитать. Так. О, великий князь Факалор, я хочу заключить договор, чтобы в бровах моих... Ой, ёпт, не, мы сейчас... Сейчас прочитаем и вызовем тут кого-то. Не хотелось бы. Блин, что-то я очкую туда заходить, если честно.
Ну ладно, дорогих, походу выходов нету. Идем сюда. Так, оно. Персонаж, озвучивай. Все, что ты видишь. Давайте начнем, наверное, сверху. Посмотрим. Угу, и сюда можно войти, сюда. Пойдем на самый верх. А потом продолжим. Не хочу не упустить ни одну улику. Так, даже наверх можно подняться, отлично. Идем на крышу. Тихо. Ой. А я что-то не нажал с вами. Ладно, погодите. Прочитать нельзя. Тут нужно... изменения. Ага, прикольно, ля. Опа, вот мы и на чердаке. Классно, только что нам эти изменения дают. Кто мне скажет? Так, идем. Рассчитать, но это та же самая записка, правильно я понимаю? Насколько я понял, что... Угу, погоди. Давай еще раз попробуем зайти, изменить. Зайти. Давайте изменять не будем. Просто попробуем походить, побродить, посмотреть. Ладно, ладно, предлагаю уходить отсюда. Как-то чуть-чуть меня напрягает этот домик. Так что давайте сходим к этому. Что наверху. А потом попробуем слева посмотреть. Если честно, я так и не понял смысл вот этих вот телепорташек. Так, ты будешь что-то говорить? Походу нет, да? Угу, мне нужна записка, я так понимаю. Фонарика тебе здесь нужно нету. Тебе нужно поговорить со своим сыном. Он снова шастал по дому старца Вандигрифа. Он сказал, что нашел какую-то потайную комнату. Да, правда? Хорошо, я пойду поговорю с ним. Да ладно, мы в Хогвартсе. Гермиона, ты? Так, мы сейчас, конечно, сходим туда, поговорим с ним. Что ты натворил? Кого ты пробудил? Никого. Я просто нашел комнату и вошел в нее. Вот и все. Я же говорил, что мы можем вызвать кого-то. Хорошо, что мы письмо с моим слуг не зачитали. Не хватало мне еще бабайки дома. Это? Что-то... что-то приближается из дома Вандегрифа. Чувствую. Итан... Может, это тот, чье имя нельзя называть? Может, это Володька? Володька и тайная комната? Падре, становится все хуже. Они все без умолку продолжают говорить об этой штуке, о спящем. Знаю, но я не уверен, существует ли этот спящий на самом деле. Кто такой спящий и как его найти? Так, хорошо. Давай сюда. Ага, вот цепи находятся. Наверное, тут спящий был, да? А зачем вы тогда подсветили их таким цветом? Я не могу с ними взаимодействовать. Ну, падла, если ты там сейчас появишься и испугаешь меня. А вам не кажется, что домик сильно похожий строением на тот, в котором мы были? Не? Я не виноват! Я не хотел, чтобы все это произошло! Да все хорошо, не переживай. Ну, произошло и произошло. Блин, мы походу с того домика сюда телепортировались, помните? Сюда вот на крышу.
Ну, значит, должна быть связь какая-то с этими цепями. Не? Ну, либо игра сломалась. Ладно, пойдемте дальше. Пойдемте дальше отсюда. Все, вроде мы везде были с вами. Предлагаю уходить отсюда, пока мне спящий не пришел. Так, в день, когда сняли это фото. Дядя, папе, мама. Угу. Окей. Ну все, мы прочитали. Можем, я думаю, уходить отсюда. Сейчас только водичку попьем немножко. Так, у нас есть путь наверх и путь вниз. Не знаю, давайте наверх побежим. Посмотрим. Мне интересно по поводу сохранения в этой игре. Оно автоматическое, либо нужно ходить какой-то чекпоинт. Блин, ну там еще дома были. Может, все-таки не стоит так далеко уходить? Как думаете? Блин, а я даже не знаю. Давайте, наверное, все-таки вернемся. Посмотрим, можем ли мы еще найти какие-то с вами подсказки. Вот эти вот письма, и пойдем дальше. Просто не хотелось бы упустить что-нибудь главное по сюжету. Хотя вроде игра написала, что она не ведет за руку. Ну то есть мы можем спокойно сами выбирать, куда... Тихо, я спущусь. Куда идти и что нам делать. Давай вот тут посмотрим. И пойдем вверх тогда. Так, можем ли мы тут пройти, либо спуститься. А как мне попасть в этот домик? Ага, вот тут провода какие-то. Наверное, по проводам, да, потом мы спустимся. Так. Ну, игра меня дальше не пускает. Ладно, ну значит нам наверх. Других вариантов я здесь не вижу. Хотя еще есть один маленький домик, он впереди у нас. Снизу, вон, нужно будет посмотреть на него. Так, здесь нему ничего нету. Ты нам говорить ничего не будешь? Нет, не будешь. И вон дальше проход есть. Так, хорошо, тут все закрыто, все закрыто. Блин, ребят, есть путь наверх, есть путь сюда. Ладно, давайте посмотрим. Блин, ну я не мог не спуститься к воде. Реализовали звуки шагов по воде? Да. Блин, может посидим немножко, отдохнем? И насладимся жизнью. Как вам такая идея, 10-часовая версия? Чисто перед сном сделать. Так, ладно. Работа нас ждет. Побежали. Я перешагнул через слишком большое количество порталов, присутствуя во многих мирах одновременно. Какая-то часть меня всегда оставалась по ту сторону, ожидая. Всякий раз, возвращаясь, я вновь обретаю ее. Знаете ли вы, что призраки существуют? Они грустные, выкинутые на обочину создания. Бездомные воспоминания. Да-да-да, я знаю, я привидения смотрел. Знаю, что призраки существуют. Блин, ребят, ну мы наверх не сходили с вами. Реально наверх с вами не сходили.
И возвращаться уже не хочется. Ладно, пойдемте дальше. Но я уверен, что я что-то упустил там наверху. По-любому какой-то ключевой момент. Ну, надеюсь, мы сможем с вами вернуться. Ага, опять же, дорога вверх. Дорога направо. Блин, а может мы сможем выйти сейчас с вами туда, куда я хотел пойти? Как думаете? Давайте посмотрим. Ну да, по идее это должна быть тропа через дом. Так, давайте вернемся, посмотрим. Если это так и есть, попробуем найти путь вниз к домику, который стоит возле, прямо возле реки. Хотите знать, что могут поведать мертвые? Да, давай. Будете удивлены тем, как мало они знают. Мертвецы не смогут объяснить, что значит быть мертвым. Они спускаются по лестнице, исчезающей под ногами, стремясь к яркой поляне памяти, до которой им не добраться никогда. Да, ребят, я был прав. Это то место, куда я хотел идти. Походу, вот это вот домик, да, который мы с вами исследовали, это ж он же ж? Ну, давай посмотрим. Могу ли я так спуститься? Нет, не могу, меня игра не пускает. Вроде бы это этот дом, либо нет. Так, можно ли сюда зайти? А не, это совсем другое. На том кладбище не было. Это церквушка, да? Да, это церквушка. Угу, и фонарика у меня тоже нету. А тут прочитать ничего нельзя? Не. К сожалению, нельзя. Так, погоди, вот еще. Какой-то вход. Так, осмотреть, приблизить. Взять, отлично. Сохранение пошло. Значит, мы сможем на буковку F, наверное. Здесь прыгать нельзя. Либо на какую-то из буковка использовать. Ну, рано или поздно должно солнышко сесть, правильно? Должен же быть закат. Блин, вот это бы мы с вами сейчас бы пошли без... без лампы бродить по ночам. Хорошо, давай сейчас сходим сюда. Посмотрим, может спички найдем. Ну, либо масло. Так. Ой. Тут явно что-то произошло. Ага, а тебя я смотреть не могу, да? И дальше я пройти не могу. Так, ты кто? Ну, судя по всему, явно это не он сам сделал, да? Это будет такое осмотреть. Так, рукоятка. Потянуть. Ворона. Ворона, ворона, ворона. Тихо. Где-то мы должны ее поймать. Во. Угу, на улице лежит ворона. Возле склепа, да? Отлично. Пойдемте искать. Только возле какого? Так, осмотреть. Так, раствор. Работа. Тачка. Тачка на прокачку. Давайте искать ворону. Так, осмотреть признаки борьбы. Несколько разных следов. Отсутствие
кровавого следа. Жертва, убит, ранен. Угу. Вот тут где-то должен лежать ворон. И с помощью него, наверное, мы должны будем зажечь с вами свет. И понять, что происходит. Так, никто не помнит, где оно лежало, не? Вроде бы где-то здесь должна быть. Вроде бы где-то здесь должна быть. Только где конкретно? Это где? Мне бы не хотелось. Не хотелось бы здесь бродить очень долго. Но она должна быть конкретно где-то вот в этих местах. Где она? Блин, надо будет вернуться. Вернуться еще раз посмотреть. Где она находится? Может, где-то тут? Хотя навряд ли. Погоди, что это? Так, осмотреть. Топливо разлитое. Керосиновая лампа. Масляная лампа. Мы можем использовать? Нет? Давайте вернемся, посмотрим. Смотреть. Крылья ворона. Знак. Хорошо. Давайте посмотрим, где конкретно оно находится. Так, погоди, нужно словить его. Оно. Ребят, запоминайте, возле дерева, да, находится дерево, дерево, ну там везде деревья. Ага, вон вниз спуск. Дерево, дерево, вниз спуск. Где-то здесь? Я ж не мог ее пропустить, правильно? Реально где-то здесь должно быть. И по идее оно должно подсвечиваться. Насколько я понимаю. Ну давайте обыщем все полностью еще раз. Давайте все полностью обыщем еще раз. Я без понятия, где оно находится. Ага, вот оно. Взять. Все, шикарно, ребят, побежали. Мы с вами нашли, мы справились. Так, что это? Это просто текстура, окей. Блин, хорошо, что мы сюда поднялись, да? Если бы я дальше пошел бы и пропустили бы сюжетку. Так, использовать. Потянуть. Шикарно. О, мы теперь осветили себе путь. Так, это что такое? Чуть непонятно. Осмотреть. Причина смерти. Так, ранение груди. Красивый нож. Взять. Коснуться и удерживать. Ага, рано, да, еще? Мы, походу, не все с вами разгадали. Значит, мы все, не все с вами нашли, потому что... Если бы нашли...
если бы мы с вами все нашли, значит бы нам бы показало, как в прошлый раз, помните, с этим с рукояткой. Хорошо, давай исследовать, давай смотреть. По идее, нам должно дать подсказку какую-то. Потому что я не верю, что мы сюда просто так пришли. Так, ребят, есть кто-то? Как же нам наверх попасть? Смотрите, в прошлый раз, когда мы исследовали рукоятку, нам открылась полностью вся подсказка. А сейчас ее попросту нету. Оно вроде что-то и открывается, но не в такой степени, как... как бы мне хотелось бы. Так, тачка, знак. Так, потянуть, что я выпускаю. Так, удерживайте. Может, реально что-то я делаю не так, но отсюда я посмотреть не могу. Хорошо, если вот так. Тоже не то. Окей. Не то. Наведемся на знак. Тоже не то. Хорошо, если на тебя. Ну это просто куча какая-то лежит. Не, ребят. Либо мы упустили какую-то подсказку, либо это все, что может нам предложить игра. Так, давайте, наверное, на этом, в принципе, мы серию закончим. А в следующей уже будем разбираться, что здесь вообще происходит. Кисть, ведро, останки вороны. Мертвые вороны, кинжал. Использовать кинжал. Ага, использовали. Все, все использовали. Правильно я понимаю? Давайте посмотрим. Возможно, благодаря кинжалу мы сможем что-то увидеть. Да. Шикарно. Я же говорил, что мы что-то упускаем. Так, погоди. Ты куда? Стой, бабайка, стой. Так, ага, они его сюда привели, да? Взаимодействовать никак нельзя. Ладно, побежали, посмотрим. Я просто не знаю, сколько времени нам на это все дается. Так, иди сюда. Я так понимаю, они искали нашего мужичка, да, который лежит там. Это все? Или мы в церквушку можем зайти с вами еще? Давайте попробуем зайти в церквушку. Просто интересно. Мало ли. Так, наверх мы не можем подняться? Нет, не можем. Кажется, Арчи отстанет от этого верха, да? Ага, и тут тоже. А вы не помните, куда оно еще полетело? Ага, вот оно. Так. Метка, хронология. Один. Следующая. Так, предыдущая хронология. Это то есть нам нужно выставить хронологию, правильно я так понимаю?
Так, он начал душить, она вставила его нож. А ну давай посмотрим. Угу, нужно выставить хронологию. Возможно, это первая. Вторая, да? Либо тут начнёшь. Так, хронология предыдущая. Два. Ну, пусть будет один. Пусть будет два. Это 3-4, это пятая. Так, 3-4, а это 5. Давай посмотрим. Какого черта происходит? Где Итан? Так, визуализировать. Какого черта происходит? Где Итан? Ну да, все правильно, значит. Какого черта происходит? Где Итан? Спящий. Угу. Ну, давай его тут визуализировать. Какого черта происходит? Где Итан? Спящий не должен. Спящий не должен что? Ладно, хорошо, давай посмотрим Нану. Наш мальчик. Чет оставил нашего мальчика в этом склепе. Он хочет замуровать его и отдать спящим. Навеки. Ну да, все правильно, походу я делаю. Что происходит? Где я? Один, два. А ну давай здесь посмотрим. Если это... Наш мальчик. Дай посмотрю. Так, ну это третья, по идее. Наш мальчик. Чет оставил нашего... Какого черта происходит? Где я? Если честно, я что-то вообще ничего не понимаю. Какого черта происходит? Где я? Ну смотри. Это первая, по идее, да? Это вторая. Вот это вот третья должна быть. Третья, вот это вот четвертая. Либо вот это вот третье, оно. Наш мальчик. Чет, какого черта происходит? Где это? Без понятия, где это? И я без понятия, что нужно делать. Я вроде правильно иду. Хорошо. Так. А ну давай посмотрим. Наш мальчик. Чет оставил нашего мальчика в этом склепе. Он хочет замуровать его и отдать спящим. Навеки. Чет, не трогай его! Угу. Давай логически рассуждай, давай. Хотя знаю, в играх этого делать не нужно, но... Идет первая сцена, идет вторая сцена, правильно? Они его ищут. Идет третья вот сцена. По идее, вот это вот четвертая должна быть. А там уже пятая. Ну все. Наш мальчик. Какого черта происходит? Где я? Не угадал.
Ладно, давай это первое будет. Давай это будет первое. Либо это первое. А не, вот смотри, все правильно, это первое. Ну хорошо, тогда пусть будет вот это вот вторая. А ну? Наш мальчик. Дай посмотрю. Не. Из-за чего не? Из-за того, что, смотри, здесь исчезла наш мальчик. Здесь я больше ничего не могу делать. А то не исчезла. Значит, будем сейчас с вами искать второй. Наш мальчик. Ты же знаешь, что он безобиден. Ты же знаешь, что это неправильно. Чат замурует скреп до того, как он проснется. Дай посмотрю, Чат. Не трогай меня. Во всем этом виноват Дейл. Он должен был мне помочь. Дейл слаб. Он всегда таким был. Твоя правда. Он слаб. Какого черта происходит? Где я? Это два. Это три. Вот это, значит, четвертое, да, должно быть? Четвертое, а то значит пятое. Ну, по идее, давай смотреть дальше. Наш мальчик, ты же знаешь, что он безобиден. Так, безобиден. Дай посмотрю. Не трогай меня. Чат, не трогай его. Он твой брат. Не трогай его. Ой. Ага, да, все правильно. И малой убегает. Какого черта происходит? Где Итан? Спящий не должен пробудиться. Дядя Чат погиб. Вон. Итан. Так, шикарно. Мы с вами справились, ребят. Я просто думал, что они сначала ищут мальчика, а потом находят... Вот это вот мужика, и он с ним что-то сделал. Оказалось, что это родители что-то сделали. Это неправильно. Итан, наш мальчик. Пап, мне нужно попасть в шахту. Что? Шахта? Мои ключи. У меня их нет. Тогда я пройду через туннель возле ворот. Просто не подпускай ко мне маму, ладно? Она больна. Вы все больны. Не пропускай в туннель возле ворот. Ну... Спящий пробудился. Итан нарушил его покой. Кем бы ни был спящий, он вырвался наружу, отравляя сознание близких Итана. Ну что можно сказать, мы с вами справились с этим заданием, правильно я понимаю? Все? Давайте попробуем еще раз коснуться, но по идее вроде бы все. По идее, вроде бы все. Наш мальчик. Ага, да. Пропустить, пропустить, пропустить. Итан, наш мальчик. Пап, мне нужно попасть в шахту. Что? Шахта? Мои ключи. У меня их нет. Тогда я пройду через туннель возле ворот. Просто не подпускай ко мне маму. Туннель возле ворот. Она больна. Вы все больны. Так, во-первых, какой туннель? И возле каких ворот? Можем ли мы сюда и куда-то с вами подняться? Туннель, туннель, туннель. Ну, либо туннель. Так. Угу. Ну, у нас наверх идет, и идет у нас вниз. Давайте, наверное, в следующей серии мы уже сходим с вами вниз сюда, посмотрим. А потом уже пойдем вверх. Не знаю, как вам игруля, ребята. Мне лично вроде пока не зашла. Не знаю, как будет дальше. Так что напиши свое мнение. Обязательно
прочитаю и отвечу. Так что все, всем до потом, пока-пока и спасибо за просмотр.